я хочу вам напомнить еще вот о таком парне, который вот бедный сидит в клетке вот здесь, потому что парень домашний был, хозяин у него умер, вот родственники такие приперли его в приют. Очень, подожди, малыш, стой, не прыгай. Он очень любит гулять, он ходит на поводке, он очень ласковый, он к людям прям замечательный. Другим животным, кстати, он тоже совершенно не проявляет никакого интереса. Вот с кем бы он ни встречался, и вольеры проходит. Малыш, ну подожди. Очень хочет, любит гулять, да? Скажи, давай. Сейчас ты пойдешь гулять. Сейчас, все, сейчас я с тобой погуляю. Подожди чуть-чуть. Пока не до тебя, малыш. Вот такой сидит, скучает, поскуливает постоянно. Очень контактный паренек. Ну, 5+ у него. Видите, вот так постоянно плачет он. Скажи, я очень хороший. Я очень хороший, да. Парень хочет домой. Не хочет он в клетке сидеть, гулять не хочет. Гулять, скажи, хочу. Там дождь на улице, грязно. Сейчас пойдем, сейчас пойдем. Никого не ловим только, хорошо? Да, просто гуляем. Не копаем. Ну, такой мальчик терпит. Ну, красивый пес. Умный. Воспитанный. Да, малыш? Писин на улице. Умничка, такой у него вообще не 45 сантиметров где-то он. Не крупный, очень контактный. Да не крутись, побежали. Да, побежали. 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 Он терпел в клетке. Не писал он. Мы только первый раз гуляем. Некому с ним гулять. Любит побегать. Эй, стой. Что? Ты гуляешь, да? Ты гуляешь, ну пошли, побежали, побежали. Так жил, как кобеля домашний. Привык на диване жить. Привык постоянно с человеком общаться. Такая вот традиция. Отбежать, потом вокруг меня обижать, вернуться. Не теряет хозяина. Да, Анечка? Но мы все равно будем копать. Что нам? Грязь. И дождь. Шикарный же парень, хороший, готовый. Ждет, ищет дом, ждет хозяев. Отзовитесь. Очень семья нужна собаке. Перекопает огород. Отловит всех вредителей. Ярик, Ярик, морду высуни. Я смешной пес, не могу. Охотник. Ну что, ты норное животное, что ли? Что ты делаешь? Охотник, охотник. Норку нашел, норку. Хорош, все. Все, закругляйся. Ты еще правда кого-то поймаешь. Ау! Крикни в норку. В норку крикни. Ау!
Мамы? Норная собака. Кому надо огород скопать? Деревья посадить, например. Ой-ой-ой, сколько радости! Ой, сколько радости у тебя, да? Хотела поближе тебя снять. Да, а ты подбежал близко. Ну, я тебя хотела просто поближе снять. Ну, давай, побежали. Давай, побежали, побежали, побежали. Молодец, не тянет. Поводки прям идеально ходят. Хорошо, все, побежали с тобой вместе. Давай, побежали. Я еще ж не бегала, блин. Я снимаю парня и слышу, кто-то кричит мне. И как вы думаете, оборачиваюсь, все, я вижу. Извините. Здесь аппарат. Вот, что я вижу. Вот, пожалуйста, вам еще два вот этих белых. Я слышала, что вчера кто-то скулил. Я говорила, что скулил. Обыскали, все, не нашли. Вот они, еще двое. Итого четыре. Четыре щенка, которые подбросили с мамой и с папой. Уроды. Просто уроды, не люди. Вот они. Поверни сюда, а то свет отсвечивает. Не-не, не ставь, не ставь. Держи на руках, держи. Вот так вот, да, покажу. А мне поверни. Вот такие вот. Ну, брат еще. Покажи, кто, мальчик, девочка. Пузо покажи. Живот покажи. Живот покажи. Еще две детки. Кстати, видите, у девок. Вот у тех так и у этих вот. Они в блохах, видимо, все. Такая вот у них какая-то фигня, не знаю. В общем, щенки очень маленькие. Еще две девки. Четыре девки, короче, вот таких. Ну что, друзья, пес так и сидит в приюте в тесной клетке. Так и не нашелся на него хозяин желающий. Классный, активный пес. Беспроблемный. Не крупный. 45 сантиметров где-то. Желающих нет. Так и живем. Эй, не спеши. Не спеши. Вот такой классный пацан. Не надо туда прыгать. Не надо. Нет, нет. Ну, назад как теперь? Погуляли, пришли, скажи, домой. Нас не пускают, да? Ну, пустите! 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 Какой классный парень, а? Ну, почему его никто не хочет? Какой классный! Просится домой. Не хотят пускать, да? Не хотят. Бессовестные. Бессовестные. Не пускают мальчика. Да, откройте мне. Откройте. Просись. Просись, давай. Даже откройте. Идут? Идут? Нет? Вы смешной какой. Ну, все. Все. Пустили нас. Пустили. Спасибо. Пустили, да. Терьер Ярик, замечательный, чудесный пес, очень игривый, молодой, да? Почему так не хотят этих собак брать, я не понимаю. Он удивительно доброжелательный и удивительно хороший. Единственная проблема, да, он должен быть одним в семье. Но, может быть, среди нас найдутся люди, кто любит эту породу. Да, малышка? Мальчик послушный, хороший, красивый ребенок, да, красавчик такой хороший. Хороший ребенок. Ярик ищет дом срочно. Потому что он вынужден в приюте сидеть у нас. Да, он у нас сидит бедный, несчастный, в клетке, ребята.
А для такой собаки, как яктерьер, это наказание. Выбор был один. Или усыпить, или забрать в приют. Мы забрали. Друзья, Ярик ищет дом. Ярик, будете сидеть теперь в вольере, как в своих углом, ну? Гулять, бегать. Да, Ярик. Традиция, да? Очень уж ему хочется пробежаться. Вообще на него ни одного запроса нет, да, малыш? Не понимаю я, почему. Пес маленький, контактный, беспроблемный. И ни одного звонка на него. Что случилось-то? Пришли провести инспекцию, где делают корм. Вот и инспектируют. Как тебе фаршик? Вкусный фаршик, а? Вообще мы не для этого пришли. Всю резинку понадкусываю, да? Все куски. Ай, вкусный фаршик. Замороженный еще, свеженький, да? Вкусный фаршик. Ну все, провел инспекцию, пошли. Со всех сторон подгрызаю. Все, попробовал. Дожду. Нет, не совсем кусков. Ни снег, ни грязь, ничего не страшно. А, пошел опять по своим норам. Все, весь снегу. Ярик, холодно же, блин. Еще что ищет. Тенорная собака, блин. Тенорная собака, да? Эй, кто провалился? Такое чудное, а? Давай, выплывай оттуда, выплывай. Весь снегу. Ну что ж ты делаешь, а? Иди ко мне, Ярик, хорош. Мы все поняли, да. Ты молодец, ты охотник. Ту-ту! Эй! Есть кто дома там, а? Мышки все спят, Ярик. Мороз такой.